Робот на службе вашей безопасности. Преодолевает любые препятствия. Перемещается по заданному маршруту. Осуществляет мониторинг критичных точек. Фиксирует неполадки, отправляет уведомления. Робот автономно передвигается по местности благодаря встроенному лидару и ультразвуковым датчикам, а также встроенной системе GPS GLONASS. Робот распознает лица и способен интегрироваться с пропускной базой. Добрый день, Игорь Еремеев. Ваш доступ подтвержден. При обнаружении угрозы робот отправляет оповещение оператору и передает ему управление. Оператор может управлять передвижениями и оборудованием робота. Внимание! Несанкционированный доступ. Полезная нагрузка до 20 кг позволяет оборудовать робота необходимыми устройствами для обеспечения безопасности. Покиньте территорию, иначе мне придется применить спецсредства. 3, 2, 1.